Без современных гаджетов и только хендмейд. Интересный проект для взрослых – эксперимент «Сделай сам». В команде врач, бизнесмен и студент. В помощь инструменты, чертеж, советы наставника и для наглядности готовый образец. Задача – сделать подставку для цветов, 4 детали и шиповое соединение под прямым углом. Поехали! Мне бы в школе такое бы все, это было бы супер. Я часто делаю что-то чужими руками. Своими не очень часто. Мужчины делятся на две категории, которые могут сделать поставку для цветов, которые могут за нее заплатить. Я это воспринимаю как комплимент. Задача 7 класса на 45 минут. В такой ситуации фраза «Окей, Google» не поможет. Поработать придется руками. Я часто готовлю себя. Это можно считать за то, что делаешь это своими руками? Если что-то не понимаешь, нужно читать инструкцию. Сделать что-то самому оказалось непростой, но интересной задачей. Смастерить мало. Нужно подумать не только о функционале, но и об эстетике. Я использую всего лишь один инструмент – пилу. Обязательно в такой команде найдется человек, который скажет, главное не победа, а главное участие. А результатов? Ноль. А судьи кто? Те, кто ценят мужчин не только за слова, но и за дело. В том числе за умение забить тот самый пресловутый гвоздь. Ставки на доктора в силу возраста. Скорее всего, бизнес. Я закончил. Травма на производстве. Все откололось, все сломалось, все полетело. За дело берутся самые красивые участники эксперимента. Блогер, преподаватель музыки и студентка. Задача – приготовить печенье из творога. 4 простых ингредиента – творог, яйцо, маргарин, мука и сахар. Реально ни разу в жизни не мыла яйца. Проверить яйцо на качество. Это как? Если яйцо всплывает, оно качественное. Скажу я вам. Некачественное. Что так себе? К счастью, не очень часто. Мы привыкли, там, мультиват, если что. Форс-мажор. А третья еще есть, если что? Вообще, жена футболиста, меня вот эта фраза немножко начинает колотить. На всякий случай я дирижер. Даже если девушка не фанат готовки, у нее все равно есть хотя бы одно фирменное блюдо или нет? Паста. Паста. Какая паста? Карбонара. Каждый раз у меня стол – это новое блюдо. Вот. Половина, правда, в мусорке обычно. Реально, честно. А кто вы или себе? Сама я вкусно готовлю молочный коктейль, если это считается блюдом, и курицу с китайской лапшой. Все как по инструкции. Ну, так вымешивайте тесто. Ну, это сложно делать, маргарин. Очень хорошее. Как там? Первый блин ком. Вот мое первое тесто получится не очень, сразу говорю. Все рваненькое, толстенькое, бесформенное. Главное – любить это дело. Вот это, наверное, самое главное. Умные технологии в помощь даже домохозяйкам. Но сколько бы гаджетов ни окружало нас, в современном мире ценится то, что сделано своими руками. К тому же это хорошее средство от стресса. Осталось найти занятие по душе, и тогда получите не только пользу, но и удовольствие. Галина Пузына, Вадим Карпович. Наше утро.